Рада всех приветствовать, всем большой-большой привет, я Ира, это канал Сандерина 1. Сразу ставь лайк под этой тренировкой, подписывайся на канал, чтобы мы с тобой имели возможность встретиться вновь. Сегодня мы выполним с тобой классическую табата тренировку, 20 секунд на работу, 10 секунд на отдых. После каждого круга будем отдыхать целую минуту. Начнем сегодняшнюю тренировку с разминки. Ставим ноги на ширине плеч, кисти идут на пояс. Делаем наклоны головы вправо-влево, вперед-назад. Еще один раз. Вправо, аккуратно, влево, вперед-назад. Кисти рук идут на плечи, круговые движения плечами вперед. Хорошо, и назад. Супер. Ставим ноги шире, 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 шире плечи. Вот так. Руки по сторонам, склоняемся к правой, встаем к левой ноге. То есть противоположная рука касается с противоположной ногой. Накрест. 4. Ой, вот это 6. Прошу прощения. 7. Нам нужно сделать 10 повторений. Еще 2. Хорошо. Становимся в начало коврика. Делаем шаг вперед, садимся в выпад и одновременно отклоняемся вместе с руками корпусом назад. Раз. Вот так нужно сделать таких 8 раз. Отклонились. Выпад, правая ножка, руки назад. Вот так. Готовимся, растягиваем прямую мышцу живота здесь. Готовимся к тренировочке. Так, это 6 и еще 2 раза. Это по одному на каждую ножку. И еще раз. Раз, 2. Отлично, подобрали правую ножку, подкрутили таз, растягиваем переднюю поверхность бедра, стоим в этом положении. 5, 4, 3, 2, 1. Затем ножку на пятку, ровный корпус идет вперед, носочек натягиваем на себя. И чувствуем все, как у нас здесь прекрасно тянется, да? 5, 4, 3, 2, 1. Подбираем левый голеностоп. Пятка утыкается в ягодицу. Таз подкручен, колено строго вниз смотрит. Направлено, правильнее сказать. 5, 4, 3, 2, 1. Ножку вперед. Ровный корпус вперед. Стоим, стоим, носочек натягиваем на себя, не стесняемся, чтобы усилить здесь натяжение всей задней цепи. Отлично. Руки соединяем в замок, и этот замок уводим назад. Руки в замок, назад. Это 2, 3, 4. 5, и еще 5 раз снизу вверх. Замок отсюда. Растягиваем грудные, чувствуете, да? Если у вас здесь есть боль в плечах, что вероятнее, если нет, радуемся, еще один раз, то это упражнение можете не делать. Хорошо, делаем 10 спокойных приседаний и начнем нашу сегодняшнюю тренировку. Не забудьте, пожалуйста, приготовить воду и открыть помещение для доступа свежего воздуха, где ты будешь сегодня выполнять эту тренировку, потому что она будет жаркой. Смотрите, ребят, мы сегодня работаем 20 секунд. Мне нужно, чтобы вы максимально выложились, хорошо? Будет у нас время на отдых, а там мы отдышимся, отдохнем еще 2 раза. А за эти 20 секунд мне нужно, чтобы вы выполнили максимальное количество повторений. А мы начинаем сегодняшнюю тренировку. Я запустила таймер. Первое упражнение у нас приседание. Работаем 20 секунд в максимальном темпе. Хорошо? Начнем. Следующее у нас отжимание от пола. Сразу готовимся. Поехали. Работаем в максимальном своем темпе. На меня смотреть не нужно. Я разговариваю, иногда замедляюсь, иногда ускоряюсь. Вы берите из этой тренировки максимум для себя, хорошо? Все, все, заканчиваем. Смотрите. Дальше мы выполняем отжимания с колен, либо волной, хорошо? Я буду выполнять отжимания волной. Thank you.
Раскручивание дальше. Перевернулись на спинку, руки за голову. Делаем короткие скручивания, примерно 30%. Поднимаем корпус, не до конца. Есть. Прыжки из седа, наше следующее упражнение. Вы готовы? Давай, 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 давай. 5, 4, 3, 2, 1. Прыгнули. Наше следующее движение. 10 секунд на отдых, и мы продолжаем. Поехали. Не шагом, а бегом выполняем скалолаз. Таз подкручен, пресс активирован. Есть. Следующее упражнение – это бёрпи, поэтому я останусь в лежачем в таком положении. Выполним 5-6 раз. Какие 6? Есть. Сейчас мы выполняем с тобой боковой вывод плюс прыжок. Правая, затем левая сторона. Хорошо? Смотри. Выпад вправо, левая подпрыгивает. Опа. Правая нога ушла, таз назад, назад. И эта же ножка выпрыгивает. Давай чуть-чуть быстрее сделаем, потому что сделаем на левую сторону. А затем будет отдых. Ты готова? Так, поехали. Приготовились. Ножки расположили сюда. Выпадаем влево. Поехали. Таз. Назад. Назад. Хопа. Давай, 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 родная, давай. Есть, отдыхаем сейчас минуточку. Я не буду с тобой прощаться, выставлять здесь какие-то страшные таймеры. Но на экране будут появляться мои самые-самые-самые любимые тренировки, которые я бы тебе рекомендовала сделать. Также вступай в мой телеграм-канал. Там ты можешь найти новую информацию о марафоне, который я планирую сделать чуть-чуть попозже. Сейчас им активно занимаюсь. Боюсь точную дату ставить, поэтому подписывайся в Телеграм, вступай в сообщество ВКонтакте, чтобы мы были с тобой на связи. Так, начинаем все заново. У нас с тобой второй раунд. Начинаем с приседаний. Кстати, если ты пьешь водички, пожалуйста, по маленькому глоточку. Мы прыгаем с тобой, очень активно все выполняем, чтобы вода не тряслась вместе с нами, да, на тренировке. Мы начинаем второй раунд. Присели, встали. Сели, встали. Отжимания дальше. Можете выполнять строго. Можете отжиматься с колен. Можете выполнять отжимания волной. Есть. Ложимся аккуратно. Поехали. Колени, таз, грудь. Грудь, таз, колени. Если ты выполняешь тоже отжимание волной. Хорошо, хорошо, хорошо. Умничка. Разворачиваемся. Смотри, опа. Мы выполняем сейчас с тобой скручивание на пресс. Прямая мышца живота, кубики, квадратики.
На выдохе скрутились, на вдохе опустились. Хорошо, давай дальше, 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 дальше. Есть! Есть! Прыжки из выпада, да? Наше следующее упражнение. Давай. Еще чуть-чуть осталось. Бёрпи. Наше следующее упражнение. Фух. Ты готова? 5, 4, 3, 2, 1. Поехали. Следующее, скалолаз. Опа. Так, почти-почти заканчиваем второй раунд. Изи вообще. Готовимся. Становимся на левую часть коврика. Делаем выпад вправо. Хоп, левая нога подпрыгивает. Стопы здесь параллельно друг к другу. Носки не развернуты в стороны. А колено уходит чуть-чуть. И прыжок. И таз назад. И прыжок. Умница. Становимся в правой части коврика. Я готова. 5, 4, 3, 2, 1. Поехали. Прыжок. Опа. Прыжок. И еще. Еще, еще, еще. Давай, давай, давай. Опа, прыжок. Прыжок. Есть. Отдыхаем сейчас. 60 секунд. Капельку воды пьем. Маленькими глоточками, по чуть-чуть. Не напивайтесь воды. Так, второй круг есть. Второй круг из 5. Есть. Так, отдыхаем, отдыхаем, восстанавливаем дыхание. Кстати, если ты хочешь усложнить эту тренировку, ты можешь выполнить ее 2 раза. Вот она идет 20 сколько минут, ну, в общем, около 24 минут она идет. Ты можешь выполнить ее 2 раза, вот тебе и хорошая нагрузка получится. Но и так достаточно, потому что мы взрывным вариантом работаем. Если ты хочешь усложнить свой тренировочный процесс, вот есть функциональная тренировка на час, поэтому удачи тебе. Приседания выполняем первым движением. Отжимание волной следующее. Спускаемся на коверчик. Аккуратненько. Готовимся. 5, 4, 3, 2, 1. Начали. Готовимся выполнять скручивание. Давай, 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 давай. Последний раз. Есть.
Прыжки из выпада, наше следующее упражнение. Так, взбодрились, пол тренировки почти позади. Давай, 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 начнем. Следующее упражнение, прыжки из выпада. Прыгай ровно столько, чтобы твои носочки оторвались от пола. Слишком высокие прыжки, вот такие вот, делать не нужно. Надеюсь, ты сейчас в кроссовочках у меня там тренируешься, да? Чтобы смещать ударную нагрузку на суставчики. Так, бёрпи дальше. Готовимся. Поехали! Еще немного. Давай, 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 милая, давай. Последний раз. Есть. Не успели прыгнуть, но ничего страшного, правильно? Так, делаем скалолаз сейчас. Поехали, скалолазим. Колено к груди подтягиваем. Давай, давай, еще немного. Давай, 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 давай. О, есть! Выпады в бок плюс прыжок. Наше следующее упражнение. Устала? Поехали. Потом отдохнешь. Выпад. Прыжок. И еще раз. Есть. Меняю ногу. 5 секунд настроиться, да? И поехали. Давай, 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 давай. Время заканчивается, не нужно замедляться. Есть. Если ты хочешь нагрузить круто свои ягодицы, при этом не задействовать коленный сустав, предлагаю тебе выполнить вот эту вот тренировочку. Она тебе точно понравится. Также, если тебе катастрофически не хватает нагрузки, или ты супер-мега выносливый человек, можешь выполнить ее 2 раза подряд. Только на следующий день будет больновато сидеть. Ты должна это понимать. Поэтому рекомендую. Так, следующий у нас 4-й круг. Тренировка несложная, согласитесь, но нужно взорваться. Силы, силы, силы. Я уверена, уже у всех у нас открылось 2-е дыхание, поэтому еще 2 круга мы должны с тобой сделать и выложиться на максимум. Договорились? Так, строим исходное положение для приседаний. Спинка ровная, таз назад. Приготовились? 4-й круг, начали. Просто приседать, да? Ничего сложного. Просто отжиматься потом. Ничего сложного. Хорошо. Хорошо. Есть. Так, отжимание, отжимание от пола. Поехали. Хорошо. Так, меняем положение в обратную сторону на скручивание. Прорабатываем пресс здесь. Поехали. Следующее движение, упражнение. Глоточек куда я сделаю, пока никто не видит.
перед прыжками, да? И начнем. Поехали. Колени в стороны, аккуратно. Смотри, как ты прыгаешь, чтобы таких вот коленей не было на тренировке, хорошо? Ну, по крайней мере, не на моей. Специально комментирую все движения, не выключаю звук, как это многие блогеры делают. Просто записывают, как они тренируются. Бёрпи делаем. Я специально оставляю звук, хоть иногда и задыхаюсь, но сказать что-то смогу, вас сориентировать, помочь вам с техникой, обратить внимание на то, чего не должно быть во время выполнения упражнений. Умнички! Скалолаз, следующее упражнение. Готовимся. Поехали. Люблю скалолаз, потому что он сигнализирует о том, что конец близок. Темп не теряем. Давайте, чуть-чуть. Все, видишь, таймер уже звенит. Молодец, какой хороший, классный таймер. Обожаю 20-секундную работу. Мигом пролетает. Ну, конечно, отдых 10 секунд тоже. Поехали, выпадаем. Вправо, прыжок. Вправо, прыжок. Еще. Прыжок, последний раз. Без прыжка. Не успели. Так. Другая сторона. Поехали. Прыжок. Прыжок. Прыгнули. Вывод влево. Прыжок. Давай еще чуть-чуть. Три повторения сделаем. Это раз. Это два. И последний раз. Yes. Так, пьем водичку. Отлично. Ребят, я от всей души еще раз хочу поблагодарить своих спонсоров, кто поддерживает мой канал через QR-код, Яндекс, чаевые. Я все получаю, мне безумно приятно, находясь в пути, на работе, за монтажом получать уведомления от Яндекс Чаевые с вашими донатами. Спасибо, что вы поддерживаете мой канал. Я делаю это от всей души. И спасибо большое, что есть фидбэк, обратная связь. Я понимаю, что это для вас важно. Большое вам спасибо. Я безумно счастливый человек, что у меня есть такая аудитория, как вы. Большое вам спасибо и низкий вам поклон. А тем, кто хочет сделать энергозатратную тренировку, рекомендую бёрпи-тренировку. Бёрпи-челлендж. Просто всю дорогу мы прыгаем бёрпи. Можете себе представить вот этот рай в кавычках? Ну, я, конечно же, ее сделала интересной, на мой взгляд. Интерпретировала бёрпи с разными упражнениями, поэтому не все так страшно, как вам может показаться на заставке, но зато там вы потеряете большое количество калорий. Рекомендую. Поехали, отжимания. Есть. Ложимся. Выполнять скручивание. И поехали. Есть. Встаем. Классно, да? Не могу. Приступ радости. От этой тренировки вроде бы такое время работы недлительное,
Но в сумме получается очень хорошая тренировка, энергозатратная. Но помните, что без дефицита калорий, без выбора нормальных продуктов, никакая тренировка не сможет перебить то, что вы наедаете в течение дня. Хорошо? Поэтому следите за вашим питанием, то, что вам попадает в организм в течение дня. Дальше скалолазик. Третье упражнение с конца тренировки. Но вы не расстраивайтесь, что она заканчивается. Мы с вами еще будем впереди на заминке вместе. А потом есть целый YouTube-канал, да? Много моих видео, тренировок. Можешь выбрать для себя те, кто подходит тебе больше всего, и выполнять. Есть. Так, делаем выпады, начинаем с правой ноги, поехали, прыжок, выпад, прыжок, отлично, продолжаем, еще немного, давай, все, последний раз, клянусь, есть. Последний 20-секундный отрезок нашей тренировки. Делаем с тобой заминку. Задержу тебя на 2 минуты. Давай останешься. Мы успокоим пульс. Проведем дыхание в норму. Сердце в нормальное состояние. А то сейчас оно... Не нужно сразу бежать идти по своим делам. Останься со мной. Не бросай меня. Yes! Аплодисменты. Мы с тобой молодцы. Большие. Мы ложимся на коверчик. Смотри, 2 секундочки я тебя отпускаю, честное слово. Я понимаю, что всех дела, работа. Мы перебрасываем правую ногу через левую. Руку правую через бок мы вытягиваем. И склоняем левой рукой правое колено к полу, при этом не отрывая вот эту лопатку, хорошо? Хорошо, меняем сторону. Давим колено, почувствуем растяжение в ягодичной мышце. 5, 4, 3, 2, 1. Садимся в выпад. Подбираем правую ножку. Растягиваем здесь переднюю поверхность бедра. Опять же мы подкручиваем таз. Здесь даст знать вам подвздошная мышца, особенно у людей, которые работают сидя. Вот эта мышца у вас сокращена, поэтому вам должно быть вот это упражнение вообще лучшим другом. Хорошо, и меняем стороны. Так, опа. Так, равновесие при этом стараемся удержать. 5, 4, 3, 2, 1. Закидываем правую руку за голову. Левая рука помогает ей спуститься ниже. Меняем сторону. На этом я сегодня с тобой прощаюсь. Большое спасибо, что ты провела эти полчаса вместе со мной. Не забудь, пожалуйста, поставить лайк под этой тренировкой, подписаться на мой канал, чтобы мы имели возможность с тобой проводить время чаще. Твоя Синдерина 1. Пока!